Ну вот и инфографика на ваших экранах. Практически все идентично у ребят. 3 сантиметра разницы. Вообще, вес написан на легчайший, но... Хурметті ханымдар мен мырзалар, кештік басты жекпе-жегі, сөздер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз! Now, ladies and gentlemen, the main fight of the evening is in the flyweight division. Allow me to present judges of the main fight. Main judge Nurbek Munglukhov. Judges Asılbek Ismagambetov, Mukhtar Kanatbayev, Ruslan Kaziyev, timekeeper Amantay Nurgaliyev, referee Manap Kabdiyev. And so, judges are ready. Referee are ready. Fighters are ready. Let's start! Introducing, fighting out of the blue corner, his professional record 17 wins, 11 losses, stands 160 centimeters tall, his weight 56.7 kilograms, fighting out of Orlando, USA, please welcome Cleveland Baby Beast Mode, McLean! His opponent fighting out of the red corner. His professional record 15 wins, 9 losses. Stands 163 centimeters tall. His weight 56.7 kilograms. Fighting out of Aqtobe, Kazakhstan. Ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Жалғас Жұмағұлы. Бойцы на середину. Слушай, моя команда, форма боя 3 по 5, действуем согласно правилам. Пожаль, пожалуйста. Удачи. И заключительный бой у нас будет реферить Манап Кабдиев. Да, ну и финальная рекомендация от Манапа. Со звуком сирены начнется главный бой турнира Найза 57. Турнир, который, я считаю, запомнится казахстанскому зрителю. Очень ярко получилось. Да, и начало этого раунда. Да, Жалгас в своей манере начинает довольно активно, много передвигается, ждет какой-то, не знаю, ошибки от своего соперника, чтобы разрядиться. Но Кливленд так крепко встал на ноги, и Жалгас пытается его преследовать и поджимать к клетке. Пытается, да, оттолкнуть ногами, уже три кика подряд выкинул Маклин. И вот хорошее вроде колено, но Жалгас спокойно сбрасывает своего соперника. Да, и переводит сверху. Оказывается, сверху перевел. Сейчас будет осуществлять контроль, либо улучшать позицию как-то. Ну и Кливленд незаметно, что хочет вообще вставать. То есть он, возможно, за свипом каким-то охотится, но нет, наоборот, Жалгас сразу же в боковой контроль уходит, причем уходит достаточно просто. Да, сейчас, скорее всего, будет пытаться перейти full mount. Ну и отдал, кстати, ему half guard он. И восстановил гард Кливленд Маклин. И локти. О, злые локти. Злые от локти Жалгаса Жумагулова. Все знают, какие у него локти, где он их отрабатывал. Пытается пытается Маклин выйти на треугольник. И Жалгасу кричат, что прошла уже минута. Да, и Маклин даже попытки не предпринимает. Просто закрыл гард. Да, лежит. Не самое лучшее, наверное, положение, когда тебя бьют локтями. Но ему виднее. Да, возможно, он себя комфортно чувствует на данный момент. И вовсе ему эти локти не доставили никакой дискомфорт. Ну да, да? Вяжет Кливленд своего соперника. О, Жалгас и при еще этом все равно накидывает пропустим. Удары. Не то чтобы хорошо вязать получается. Нужно Кливленду вставать. Не знаю, хотя он вот пытается что-то изобразить. Вроде как на руку пытается выйти. Ох, такой короткий локоть в исполнении Жалгаса. Ну и такое чувство, что Кливленд не очень вставать умеет. Да, скорее всего, нет какого-то навыка у него вставания. А Жалгас прям вцепился в соперника, наносит урон, надламливает шею. Да, попытка свипа. Ну, Жалгас вроде опять проходит ногу. Оттягивает своего соперника локтем и, наверное, сейчас будет пытаться наносить амплитудный удар. Хотя сам Кливленд подхватил шею Жалгаса, тоже такая патовая ситуация, но да. Жалгас в выигрыше.
И даже Маклин не пытается встать, хотя, по идее, ноги заправлены внутрь, можно было попытаться свипануть. Да он даже не старается реально же. Ему комфортно, видимо. Да, наверное, ему так очень комфортно. Ну и Жалгас не форсирует события, да. Закрыл замок. Наносит удары. Да, пока не так ярко, на самом деле, как, наверное, ждали. Проходит бой. Да, многие, наверное, ожидали рубку в стойке, но... И Маклин, наверное, ждал рубку в стойке, но Жалгас воспользовался ошибкой его, перевел. Да, но с другой стороны, кто виноват, что Маклин не умеет, как бы, да, вставать из партера и не слишком он эффективно да, вяжет. Ну и если человек не встает, это ММА, Жалгас работает в этой позиции, ему комфортно. ММА это только, не только работа в стойке, но и работа в партере. И видно, о, что хороший есть... локоть. Ой, еще один хороший локоть. И видно, что уже глаз один отек у Кливленда. И о, вот туда же как еще раз один сразу злой заряжает локоть. Жалгас своим локтем. Оттягивается, теперь по корпусу работает. Я думаю, что будет переводить с корпуса на голову. Да, работая по этажам от Жалгаса. Два локтя, живот. Попробовал, да, такой двойной удар. Да, постоянно надавливает на шею своего соперника. Жалгас мешает это дышать и просто расфокусирует. Ох, локоть, да, хороший... еще один прошел. Связка это с ударом локтем. Да, что-что, но вот именно удары Жалгаса именно локтем, да, проходят и в живот, и в голову. Я слышу, как Багдад Жубаныш кричит: минута агай, минута агай, минута осталась. О, конце, да, хороший скользящий удар был. Такой, да, вскользь. И мне кажется, Маклин прям прочувствовал его. О. Пытается сейчас защититься в черепахе, но Жалгас прям хорошо контролирует и накидывает тяжелые удары. Да, попытка забрать спину от Жалгаса. Да, забирает, собственно, спину. Не знаю, за 30 секунд да, успеет да, ли задушить. И забрал Реал на кичок. Получится ли за 30 секунд задушить? Одна рука, одну руку контролирует Маклин. Наверное, сложно за 20 секунд будет, хотя... Еще одна попытка от Жалгаса. Пока что идет за захват борьба. И, наверное, нет. 11 секунд остается. Ремень безопасности. И, наверное, Жалгас просто дождется окончания этого раунда. Ну что же, у нас заканчивается первый раунд. Да, и он под уходит... полную диктовку Жалгаса Жумагулу. Возможно, это 10-8. Этот раунд. Кстати, сейчас в углу у Кливленда тренер по вольной борьбе из зала Тайгер Муайтай. Жалгас говорит, что канвас плохо, я так понимаю, вымыт, что ему скользко. Но... Да, второй раунд начинается, и Маклину Кливленду надо как-то форсировать события. Жесткий да? Панч попытался кинуть Кливленд Маклин, прям вложил в него все, что было, и не попал. И прям как трактор попер на Жалгаса Жумагулова. А Жалгас просто правильно поменял да. немножко вектор и просто забрал оказался спину, за спиной забрал спину. У Кливленда Маклина. И сейчас, думаю, нужно ему закрепиться. Да, сейчас как-то Кливленд Маклин тратил время на то, чтобы поговорить с Манапом. Чуть не пропустил удушку от Жалгаса, но в итоге забрал позицию, причем как-то да, играючи достаточно. Да, забрал спину и сейчас будет осуществлять контроль, либо работать как-то. Да, нагружает спину Жалгаса Кливленд, достаточно неудобная история, бить коленом здесь нельзя, Жалгас об этом понимает, специально блокирует. И вот сейчас Жалгас сам выполняет перевод, но чуть спину ему Кливленд не забирает. Такая кэтпатовая ситуация у нас. Держаться нельзя за клетку. И Жалгас что-то тоже вот апеллирует опять же как-то к рефери. Кливленд сейчас, наверное, потеряет позицию. Да, сейчас Жалгас будет пытаться развернуться. И почти удалось ему развернуться. И вышел сел, гард. Сел Жалгас в гард. Интересно, попробует ли Кливленд сейчас уже от сетки подняться, потому что там не было шансов совсем. И находится он сейчас в углу своего соперника. Да, там, и возможно известно, сейчас будет повторение сценария первого раунда. Слышим, что Жалгаса ведут его секунданты именно по времени. Сказали, что осталось времени совсем немного. 3:20. Кливленд даже не хочет вставать. У него гард закрытый. Как ты с закрытым гардом встанешь? Ну, не знаю, такие люди бывают. Я в зале неоднократно таких людей видел, которые с закрытым гардом лежат. Могут и 10 минут лежать так. Ну, знаешь, в зале тебе не засчитают поражение. И ну да, это очень плохой навык. Всегда есть такое, да, негласное правило.
и в ММА вообще, да, так что в течение там первой минуты, если ты не встаешь, очень тяжело тебе встать потом. Как бы ты там ни старался, потому что, ну, ты оттекаешь, это занимает большие физические силы, забирает, да, чтобы встать. А когда ты лежишь, и тебе наносят урон, и ты не пытаешься встать, я думаю, ты еще быстрее встаешь. Да, и главное, ты не улучшаешь свою позицию, а вот Кливленду сейчас это обязательно, мне кажется, нужно, потому что, ну, уже первый раунд показал, что Жалгас может спокойно на протяжении целого раунда лежать сверху, накидывать локти. Да, и вот повторяет ошибку предыдущего раунда, закрыл гард, лежит, даже не пытается встать, хотя можно сделать креветку, ну, создавать какую-то суету, искать какой-то, да, люфт, чтобы встать. Ну, хотя просто лежит. Встать от сетки, у которой ты сейчас находишься. Да, пытаться развернуться. Даже в этом аспекте с работой сеткой, ну, нужно учиться навыку такому, да, чтобы попробовать встать от сетки. У многих этого навык тоже отсутствует. Ну, просто вяжет Кливленд. Возможно, он надеется, что поднимут бой в стойку. Но Жалгас не забывает постоянно тоже что-то накидывать. Хотя... Да, работает. Набирает очки. Тут сейчас что-то интересное попытался выдумать Кливленд, но, наверное, сложно. Да, и осталось 1.5 минуты до окончания раунда. И второй раунд уходит в пользу Жалгаса. И тоже безальтернативно, то есть. Да, навык вставания у Кливленда отсутствует от слова совсем. Не пытается вставать. Да, что-то апеллирует. Кливленд, я так понимаю, что головой слишком активно работает Жалгас. И Кливленду это не понравилось. Да, и осталась минута. Будет ли форсировать, да, события? Вот пытается сейчас, наверное, оттолкнуться от сетки Кливленд, но... Ох, такой неприятные удары. И вот, да, такие локти на коротке от Маклина, но никакого урона они не наносят. Да. И просто, наверное, от безысходности, что ли? Да, от какой-то безысходности ты пытаешься наносить удары. Думаю, что бой пройдет в третий раунд, перейдет в третий раунд. Не знаю, не понимаю, чем сейчас Кливленд может вообще изменить картину боя. Нету у него никаких ключей. А Жалгас работает в этой позиции, да, выжимает максимум. Жалгас открывает рот, видимо, сейчас Кливленду. Да, да, да. Такой вот хитрый прием. И хорошо очень работает, кстати, на самом деле головой, хоть, может быть, где-то тут сейчас Жалгас. И, надеюсь, заметил это его соперник. Потому что прям, да, хромает серьезно Жалгас. Да, и видно, что, скорее всего, травма какая-то, да, такая, которая не позволяет Жалгасу именно расходиться, да, как-то. Уходил он, прихрамывая. Да, но сейчас тоже я видел, прямо он начал поединок и тоже чуть-чуть прихрамывает. Да, третий раунд. Думаю, нужно, да, как-то Жалгасу форсировать. Да, прихрамывает Жалгас сразу. Да, интересно, заметил это Кливленд Маклин или нет. Заметит ли, да, эту? Я думаю, что Жалгас сейчас будет прям делать все, чтобы перевести соперника в партер. Единственное, что может, да, подвести нога. Да, видно, что... Ой, хороший панч от Кливленда Маклина. Какой-то flying knee. Наверное, он сам действительно не совсем понимает, что делать. И вот тоже рассчитывает на какую-то вот эту вот... Да, на какой-то lucky punch. Пытается, да, пробить коленом. Ох, а сейчас такой. Да, необычные удары. Удар живота. Удар с колена. Рукой в корпус. Сам пропускает. Ох, попал в пах. Попал в пах очень сильно. Плотный удар. Что-то прям жестко. Я думаю, что это сейчас не очень подходит для Жалгаса, у которого нога и так очень сильно болела. Я бы, да, хотел посмотреть повтор, потому что еще нога подвернулась у Жалгаса жестко. Ну да, прям это чистый панч был в пах. Кливленд Маклин, собственно, и не скрывал, что в пах попал. У Жалгаса есть 5 минут, и кашлять тяжело. Да, очень плотный удар. Блин, надеюсь, не такое серьезное какое-то, да?
На самом деле уже прошло, ну, не дай бог, да что, но уже прошло больше, перевалил за экватор бой, так что могут, если Жалгас скажет, что не готов драться, могут, да, посчитать, могут уже принять, да, техническое решение по бою, но думаю, Жалгас из тех бойцов, которые пойдет до конца. Ну, сейчас доктор. Ну да, вот примет раз, решение, повтор, скорее всего. Прям чистейший удар. Жалгас, да, Жалгас встал, чистее. Сейчас будет пытаться расходиться. У него есть 5 минут для полного восстановления, да, и уже будет врач принимать решение, исходя и от состояния Жалгаса. Смотрим продолжение боя. Да, продолжается у нас третий раунд на отметке 3.37. Да, и вроде вот час расходился. Да, кстати, вот нога Жалгас тоже хотел об этом сказать, вроде пришла в порядок. Да, но все равно полностью наступать он, скорее всего, не может на нее, да, как-то. Ну какая-то еще, знаешь, какая-то корявая, что ли, у Маклина ударка, непонятно, что он делает. Да, непонятно, что-то с какого ракурса бьет, прилетает. Встает на колено, прыгает. Вроде кики такие у него плотные, но. Ой, вот все это какое-то, да, необычное было. Пытается отбить вот эту ногу. А, наверное, да, понял. Тут с ногой Жалгас проблемы. О, хорошая двойка. Возможно, этот раунд мы увидим в стойке полностью, да? Ну да, о, кстати. Хотя вот сейчас Жалгас зацепился, и думаю, что перевести он точно хочет. Получится ли с травмированной ногой перевести, не знаю. И, кстати, вот видишь, Клин сразу же по, да, ноге это начинает работает. Бить по ноге. Он уже понял, да, что у Жалгаса есть проблемы. Вот попытка перевода Жалгаса, но устоял Клинт Маклин. Но сейчас, да, наверное, сейчас не вторая получится. Попытка перевода от Жалгаса. Да, работает хорошо от сетки Кливленд. Надо ему растягивать ноги. Да, и Будя, и перевод осуществлен. Да, через руку, конечно, задушить ему не получится, как раз без гарда. Но, может быть, сейчас попробует он встать. В принципе, можно попробовать вывести ноги назад. И... Да, я думаю, сейчас Жалгас свободно вытащит шею. Да, зря он зарядился на эту удушку, наверное, Кливленд. Хотя, слушай, какое-то опасное довольно положение для Жалгаса. Ну, как будто бы, да? Как будто бы неудобное. Хотя вроде бы и дышит, да. Да, нет, вытащил шею Жалгас. Ну и, наверное, это все. Я думаю, что дальше уже... Да, осталось минута 40. Я думаю, Жалгас доработает до победного в этой позиции. Работает по этажам, живот, голова. Да, уже такое продолжение, наверное, первого раунда. Да, второго даже, там у клетки было. Двух раундов. Просто первый был, наверное, в центре, второй был уже прямо у клетки, как раз в углу Жалгаса. Да, и грамотная работа Жалгаса, он всегда переводится рядом со своим углом, чтобы слышать подсказки своих секундантов, которые ведут его четко по времени, да. И сейчас видим попытку от Кливленда, да, выйти на Кимуру. Ну, такая безуспешная. Будет ли предпринимать, да, такой? Нурбек Абдрахманов кричит: Жалгасу не отпускай, но я думаю, что Жалгаса без Нурбека знает, что осталась всего минута. Да, доведет до победного, я думаю. Хотя Кливленд, да, пытается. Слушай, выходит на ногу, еще и на больную ногу. Очень опасно, на самом деле, очень опасно. Нет, я думаю, вытаскивает колено свое. Я скорее к тому, что нога больная. Нет, нога здоровая, правая нога больная. А правая нога, окей. Кливленд сам оказывается сверху Жалгаса, и Жалгасу нужно просто потерпеть 30 секунд. Но... Да, ну работает активно Кливленд. Да. Концовку. Единственный шанс попробовал использовать. И да, хотя пытается концовку забрать. Ну, ничего она не решает вообще. Да, ну, по-любому по раундам 2-1, даже если да нет, Маклину отдадут. 3-0. Ну, у вас всякое возможно, за концовку. Но... 3-0. Кстати, сверху нужно неплохо работает Кливленд Маклин. Я вот сейчас посмотрел, прям, ну, накидывал такие тяжелые панчи, сверху неплохо работает. Не знаю, что он делал весь бой. Ждал последних 15 секунд. Необычно. Ну, но я вот думаю, по раундам, я думаю, 3-0, 2-1. Единогласная победа Жалгас. Ну что, друзья, спасибо всем, кто был с нами сейчас на трансляции. Надеюсь, вам понравилось так же, как и нам, потому что турнир очень сильный получился.
апсеты, новые имена, кровь, нокауты. Огромное количество всего. Мне да, понравилось. Сегодня увидели все мы. И да, большое спасибо всем телезрителям. Да, конечно, большое спасибо Фанилю Фархатовичу Рафикову. Большое спасибо Данилу Донченко. Он тоже к нам приходил на целых два боя. Да, встретимся большое... на турнире на Найзай 58. Да, конечно. Большое спасибо, Михаил. Было очень приятно с вами работать. Большое спасибо еще раз всем телезрителям. И всей команде. Да, спасибо всей команде Лиги Найза. Встретимся совсем скоро. Ladies and gentlemen, result of three rounds by decision of judges. 28-29, winner by unanimous decision, fighter of the red corner, Жалғас Жумагулов! Жалғас! Поздравляю тебя с победой. Я думаю, что первый и самый важный вопрос, что у тебя с ногой? Как я понимаю, со второго раунда ты дрался без одной ноги. Ассаламу алейкум, казахи ели. Колдау курсинске, сізге үлкен-үлкен рахмет. Рахамля, бүгін алам қаумен женске жетік. По поводу ноги, я в первом ее раунде сломал ее. Вот, и дрался два раунда поломанной ногой. Поэтому в углу своим гуртушем ногу свою не чувствую. Поэтому чисто на характер отработал. Честно, хотел порубиться, но и не могу. И проигрывать тоже не хотел. Поэтому боролся. Так что кишевкой смена. Жалғас, сейчас огромное количество ребят, которых ты, по сути, взрастил. Вот Багдад, рядом с нами стоит Нурбек, Кабдрахманов, Дастан. Были в твоем углу. Вот что чувствуешь, когда молодое поколение, которое выросло на твоих боях, которых ты видел еще детьми, секундирует тебя сегодня в твоем бою? Миша, помнишь? Когда ты приезжал в Ахтубе, я тебе интервью давал, то что после нас никого нету таких. Теперь я признаю, вот сзади моя молодежь стоит. Да, в данный момент, конечно, ради них дерусь, я не мог всем проиграть, потому что за мной стоит весь мой зал, вся моя молодежь. Поэтому я показал то, что можно и с одной ногой драться. Да. Что дальше? Нужно залечить ногу, но... Как думаешь, может быть, прогнозируешь, через сколько ты сможешь вернуться? Люди тебя любят. Очевидно, что ты веха для казахстанского ММА, человек, который пробил дорогу в UFC. Когда нам ждать твоего возвращения? А как залечу, сразу выйду. В любом случае, я карьеру свою решать не буду. Да. Всем, кто за меня болеет, я всегда говорю, что я дерусь за свой народ, за свою нацию, за свою страну. И всегда буду на первых рядах стоять до конца. И, наверное, стоит сказать благодарность, можно сказать, благодарность Айбеку Шакпутову и многим другим. В первую очередь благодарю я Нурбеку Карабалу, то, что дал возможность тут подраться моему сопернику, тренеру моему Айбеку Шакпутову, команде Руху, моей команде, братишкам моим всем, тренерам Абдулла, Руслан Алтаев. Да. Также хочу поблагодарить своих старших братьев Кенеса Хамитовича, Хайрата Мажибаева, Нурбека Мукашева, Махатова Рашида. Также я обещал Харат ага, если выиграю, ничего. Харат ага, это для вас. Харат ага, ассаламу алейкум. И всем, кто болеет за меня, Элькен Рахмет, Аллах разбулсин, да.
Все возможно, хочу нашей молодежи сказать. Все возможно. Я сам вышел с улицы, вырос без отца. Да, так что все в жизни возможно. Никогда не сдавайтесь, никогда никого не слушайте. Поистине мечты сбываются. За каждой трудностью проходит облегчение. Никогда не сдавайтесь. Мы такие, которые стойкие, да? Да, Казахстан, Алга. Всегда только за свой народ, за нашу страну. Да, клянусь Аллахом, всегда говорю, то, что если что-нибудь не случилось, я всегда буду стоять в первых рядах, да, до конца. Давайте немножко шума для Жалгаса Жумагулова. Жалгас, поздравляем с победой.